Рецепт приготовления салата на скорую руку. Получается сытно, вкусно и доступно. Нам понадобится белая консервированная фасоль. Сливаем с нее жидкость. И при необходимости фасоль можно еще и промыть. Добавляем к фасоли 2 зубчика чеснока. Яйца, морковь и маринованные огурцы нарезаем кубиками. Соединяем все ингредиенты. По вкусу добавляем соль, черный молотый перец и майонез. Перемешиваем все, и салат готов. Желаю всем приятного аппетита!